Мартин Лютер Кинг был блестящим оратором. Борец за права чернокожих в США, он призывал отстаивать эти права по-христиански, только мирными способами. За свою христианскую борьбу против дискриминации рас он был отмечен Нобелевской премией мира. Его убили 28 марта 1968 года во время демонстрации в поддержку бастующих рабочих в Мемфисе. И многие признали его мучеником за христианскую веру. Конечно, он и был таковым. Во всех областях жизни люди ищут и трудятся день и ночь, чтобы найти верное разрешение занимающего их вопроса. Но почему же они оставляют в стороне Библию, как ненужную? Между тем, те, кто принимаются за чтение и изучение Слова Божия, быстро охватывают всю важность такой книги, как Библия. Мартин Лютер Кинг.